Привет-привет. Сегодня мы делаем распаковку бумаги для сюрпризов. Сегодня мы заканчиваем две коллекции. Бумажные каталоги и угадай имя. И я сделала одну новиночку, так как в прошлый раз мы закончили одну коллекцию. Топики Шейн. Эту коллекцию я видела. Я видела у Мир Бумажек. Она это сделала коллекцию первой. Вот. Вот эти последние пакетики некрасивые, а вот эти нормальные. Я не сделала такие красивые, как она сделала стикеры. Но она только одно видео показала. Я не украла. Если у нас были одинаковые, простите, я не знала. Когда она сделала, я после нее сразу сделала эту коллекцию. Сейчас, как всегда, выбираем пакетики. Так, это отложим в сторону. Кофе Капс. Сегодня возьмем зеленый. Следующее видео закончим. Кстати, я когда посчитала, мы, оказывается, закончим 4 коллекции в одном видео. Не в следующем видео, а вскоре. Мы закончим карточки, тату, 100% Париж и посуду Элита. Здесь 5 пакетиков, то есть через 4 или 5 коллекций. Блин, сегодня возьмем... Так, у нас есть, которые яркие. Сейчас. Которые яркие. Вот такие вот яркие. Которые яркие, вот эти два. И это такой себе. Давайте возьмем вот эти, которые глаза, как я и обещала. Так, посуды или еда. Давайте возьмем пиццу. Давайте возьмем вот эту пиццу. 100% Париж. Давайте вот этот возьмем. В следующем видео возьмем синий. Вот этот. Три, который второй. Тату. Простите, если я тихо говорю. Я только проснулась. Так, тату. Я поздно проснулась. Тату. Этот. И потом мини-картин, карточки. Мы недавно начали, и уже 5 пакетиков. Там было 7 пакетиков. Вот, вот такие вот пакетики. Давайте возьмем, который... Давайте, ладно, Shine Bright, Like a Diamond, вот этот вот. Что мои косметички, мы все-таки не придумали имя этой девочки. Давайте ее назовем Лана. Узи, три сережки. Давайте возьмем этот, который более аккуратный. А тот страшненький. Вот этот очень аккуратный. Так. Сейчас. Ой. Пропустила. Bullet Journal. Наша прошлая новиночка, как и косметичка. Вот эти три самые красивые. И вот этот. Так. Давайте возьмем вот этот, а в следующем видео вот этот возьмем. А в следующем видео откроем вот этот. Вот эти, которые с надписями Bullet Journal, они оба очень красивые. Но вот этот более такой яркий. Так, блин. Так, и Topic Shein. Селавье или Селавье. Бейб. Обычно оранжевый топик, синий топик. We are queens, мы королевы или мы есть королевы. Это я сама придумала. И вот это тоже. Обычно такой белый, как футболка топик. Давайте возьмем вот этот. И я забыла, чуть не забыла коллекцию Кутетамы X-Pushy. Так. В следующем видео мы эту коллекцию закончим. Давайте Китнимс возьмем. Блин, в следующем видео мы закончим эту коллекцию. Блин. Кстати, в этом видео будет пасхалочка. Вот такая вот пасхалочка.
Хотя нет, 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 не будет пасхалочки. Не будет. Так, начнем с коллекции. Угадай имя. Где она у нас? Давайте положим эти пакетики сюда. Вот. Самый красивый. И вот наше последнее имя. И простите за посторонний звук. И бумажный каталог. Сегодня мы закончим его на этой страничке. Простите за посторонние звуки. Так, давайте открываем. Так, давайте этот пакетик аккуратненько откроем. Я вижу. Это очень красиво. Это, мне кажется, самый красивый каталог. Очень красивый. Вот. О май гад. О май гад. Под номером 8. Это такой вот му принт, а только принт мелкие, можно сказать. Так. Все, мы закончили эту коллекцию. Можете брать эти каталоги. Вот глазки, пончики, пущин, красненькая. Помада, авокадо, китнимс и принт. А дальше у нас коллекция Coffee Cups. Coffee Cups. Вот. А, наверное, видео не будет где-то неделю. Вот, вот такой вот. Давайте его сюда. Пошел видео попался вот этот, кажется. Дальше глаза. Очень красивый пакетик. Вот с вот таким вот, таким вот алмазиком. Вот. Ох, как это красиво открылось. Сейчас, минутку. Посмотрите на эти глаза. Этот, если у вас камера мешает, этот, это зеленый. Это зеленый. Вот. А это с черным лайнером. Но самый простой и самый обычный. Самый, типа, оригинал и какие начинают. Я люблю делать вот такие вот глаза, чем вот такие вот, потому что эти сложнее рисовать, чем вот эти можно один, раз, два, три, и все. Так, я вот так вот сделаю. А дальше коллекция 100% Париж. А нет, да-да-да. Давайте вот откроем, такая маленькая носичка. Вот. Так, у нас все еще 12 штучек. Ой, наша вот эта штучка, носичка порвалась. Но ничего, все равно это как самоклейка. И это, угадайте ли вы, это самоклейка. Ой, замок. Это было... Давайте вот так вот. Вот. Давайте откроем посуду или еда, а потом китнимс. Вот. Такой вот пакет. Роза, а потом вот такой вот. Вау! Он открылся суперски. Так. Так. Так, под номером 7. Посторонние звуки очень мешают. Блин, придется пакетик порвать. Так. Это и самоклейки, и это под номером 9. Я потеряла. 9, кажется. А, 7, уф. Хорошо, что эта штучка не потерялась. Вот, это яичко, и оно под номером 7. Вот. А теперь Годетама икс Кетнипс. Давайте откроем. Так. Открываем. Вау, круто открылось. И да, здесь Кетнипс.
А значит, последним будет Гудетама. Ну, все понятно. Так, открыли. Вот. Это. Кажется, все знают. Это Бамблби. Или как сказать? Пчелка. Вот. Смотрите, какая красоточка. Так, ой, я чуть-чуть сюда хотела приклеить. Так. Вот. Прекрасно получается. А дальше, как всегда, полю. Татушки. А что я за кадром открываю? У нас еще 4 пакетика. Вау. Это не очень красивый стикер. Ой, тату принт. Ну, знаете, нормальненько. Вот такое вот, типа сердечко. Сюда, а потом сюда. А дальше коллекция косметики. А, нет, мини... Давайте косметичка, потом мини-карточки. Так, откроем очень аккуратно. О, да он открылся перфект, прям перфект. Под номером 6. Это помадка. Ну, помада все должна быть. А давайте Bullet Journal, а потом мини-карточки. Так, Bullet Journal. Так, вот такой вот пакетик. Сзади, вот так вот сзади открывается. Так, аккуратненько, очень аккуратно. Блин, мы порвали его. Ну ладно, я его потом приклею. Так, две вещи, номер 11. Простите. Номер 11. Так, вот сюда. Номер 11. И номер... Это карандашик. И номер 13 это стёрочка. Bullet Journal можно рисовать скетчи. Ну, например, ну, мне кажется, во всех блокнотиках вы всегда рисуете карандашом. И если у вас что-то неправильно, стёркой. Под номером 13. Да? Я забыла. Да, ой. Вот так вот. А как приклеивать? Блин, я неправильно рисую. Писала. Так вот, приклеим, ничего. А теперь мини-карточки. Я просто чуть-чуть открыла. И нам попалась вот такая вот карточка, типа заката. Коллекция Шейн. Я потом его украсю. Так, аккуратненько открываем, даже если это чуть-чуть уродливый пакетик. И, как всегда, все рвется. Порвалось, я слишком хорошо заклеила. Ну, блин, я этот пакет очень хорошо заклею, остальные тоже. То есть все пакетики порвутся? Ну, вы издеваетесь, да. Ну, теперь этот пакет выбрасывать. Так, это очень красивые. Таких цветов разные, типа светло-розовый, светло-синий, зеленый, черный, белый. Они очень красивые, я взяла... Простой черный. Это вот такой вот. Очень красивый и стильный. Мне нравится. Вот. А на этом все. Всем пока-пока.